Послан человек из Москвы в Вологду. Проходит он каждый день 40 верст. На следующий день вслед за ним послан другой человек 45 верст день. Когда второй догонит первого. Ну что ж, опять схемка? Давайте смотреть. У нас два человека. Значит, будет у нас сразу две стрелочки. Но одну мы отложим вначале, а другую отложим. Где? Подальше. А сколько это подальше? На один день. На один день. А расстояние в чем? А верста это 40 верст. Итак, расстояние мы измеряем не в днях, можно, безусловно. Можно расстояние измерить в часах. Например, от Москвы до Стамбула. 2 часа лету. А вот, например, Лиссабон, так все 4. Понятно каждому, что дальше? Да? Ну, конечно. А поэтому расстояние по-разному можно мерить. Но в данном случае, если уж нам дано, что он за день проходит 40 верст, то когда другой вышел, то один прошел 40 верст в день, а другой только вышел, и вышел со скоростью 45 верст в день. Значит, расстояние между ними после первого дня, да, как вышел первый и не вышел еще второй, было 40 верст. Теперь мы где-то, они встретятся, да? Давайте смотреть, первое действие, что у нас? Да. 45 минус 40 определяем. Это скорость движения. Да, скорость движения. 5 верст в день нагоняет второй человек. Через сколько? Через 8. Через 8. Да. Значит, 8 дней. Через 8 дней. 8 дней. Угу. Договорились.